Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием Deus Ex. Конечно, охеренная у нас задача — найти лифт в шахте, где его не существует, тупо. Вот, поэтому я нашел вот такое вот место, я выбил ту камеру, которая в конце той серии была, и попал вот сюда, следовательно, мы здесь с вами не были. Давайте почекаем, что у нас тут имеется. И, походу, мне никак это дело не обойти, придется идти реально через эти лазеры и вызывать тревогу. А вот, смотрите, здесь много очень экранов имеется. Так, сброс сигнализации, это все хорошо. Так, что вот тут? Кредитная карточка. Денег у нас, конечно, до хера, толку ни хера. Потому что торговцев здесь не так уж-то и много. Возможно, вот отсюда. Так, можешь забирать. Привет, Лела, прошло долгих 3 месяца, и твоя посылка пришла. Знаю, так. Обращаюсь к жителям комплекса. Это все его пропаганда какая-то, этого мужика, которого мы ищем. Как я понял. Так, осколочная мина. А что значит основа для мины и осколочная мина? Основа для мины идет для крафта мины самой? Что ли? Давайте чекнем по-быренькому. Минная основа. Минная основа, устанавливаемая вручную, настраивается в боевых наземная мина. Нет, она полноценная мина. Так, у нас ровно 120 этих. Столько собирали этого хлама и всего 120. Почему нельзя перерабатывать свои вещи в хлам? Или это можно делать, но я не знаю об этом. Вот где много экранов, мы внизу видели, там экран отвалился, и что-то я туда... А, вот, это все и есть, вот первый этаж. А чего там тень такая, смотри? Что-то там крутится. А, провода эти крутятся. Так, мне бы найти безопасность. Систему безопасности. Чтобы отключить эти все лазеры, а то через них ходить как-то мне... Не особо-то и хочется, честно говоря. Давай посмотрим, что у нас здесь. Граната и детали в комоде лежат. Вы видите, и врагов тут не так, в принципе, много и было. Да, мы завалили одну толпу, завалили вторую толпу, и на этом все кончилось, к сожалению. Могли бы тогда еще больше напхать. Или что? Слишком здесь для стелса было бы сложно, если бы здесь было много народа. Но я надеюсь, мы идем в правильную сторону, потому что я здесь не был. Вот это танк стоит. А вот это опасная штука. Так, давай попробуем замкнуть его. Это настоящая, мать ее, турель. Так, блин, не то делаю. О, быстрее доставай. Моргает. Все, взорвали. 3 выстрела на него пришлось потратить. Так, здесь у нас какие патрончики? Давай-ка нормально зарядим. Оп, и через форточку залезем. Не, никого абсолютно нет. Тактический дробовик забираем. Хлам забираем. Такое ощущение, что я, короче, пришел просто тупо на пустую карту здесь походить, побродить. Недоступно и не взломать. Только если потратить эту штуку. Но я думаю, ее не будем тратить. Это какой-то вообще левый хер. Так, что это? Заберем. Ну, как-то вообще, я что-то грустить начинаю. О, так это же этот, Виктор, да? Его жена и дочка? Нормально так. Я что-то его уже перехотел убивать. Но он сам мне угрожал. Так, вот отсюда у меня есть что-нибудь? О, а вот этого давай-ка взломаем, отключиться. Так, семерочка. Поехали. Блин, прикольные эти электронные отмычки. Оп. Готово. И что-то у нас тут. Застрявшая дверь. Спасибо, я сообщу, когда будет готово. А, без проблем, ты хороший человек. А, Виктор, так, Ролан попросил меня подъехать и починить дверь в твоем хранилище. Так, вам нужно обсудить наше изначальное соглашение по поводу поставленных мной подарков. Здесь, не Восточная Европа, возить дурь гораздо опаснее. Так что я хочу пересмотреть свои расценки, решать тебе. Но долго ждать я не намерен. Слишком много людей стоят ко мне в очереди и готовы платить вдвойне, так что смотри сам, друг мой. Часы тикают. Виктор, к твоему приезду с нашей стороны все будет готово. Так, еще Орлов просит тебя захватить с собой несколько друзей, когда соберешься к нам. 4-5 человек, сколько соберешь? Скоро увидимся. А, и нам нужно поговорить. Подумай о том, что я сказал. Что ты об этом думаешь? Отвечай, это приказ солдат. А он все молчал, что ли, все это время? Вот это вот АМ пустое, ты че? Окей, ладно, мы не можем просто игнорировать проблему, она не исчезнет сама по себе, нужно рассмотреть все варианты.
Пожалуйста, свяжись со мной как можно скорее, буду ждать. Голубоглазый, сука. Ой, да, нормально. Так, получен код 6869. А чего-то мы с вами получили код. Я это, видать, не прочитал. Честно говоря, я просто, ребят, признаюсь, маленько подустал, потому что я Deus Ex снимал всю эту ночь. Я, наверное, серии 10 отснял. Так, поэтому маленько у меня мозг охеревает, но мне действительно нравится играть в эту игру. Поэтому не буду, конечно, пропагандировать пиратки, но у кого нету финансов, вам стоит в это поиграть. А вот и, кажется, лифт, который мне нужен, да? А он просто оказался с другой стороны. А это что такое у нас? Дверь. Взлом. Так подожди, здесь в принципе же никого нету. Патронов надорабашил меня, просто жопы жуй. Почему нам просто не зарейдить? Просто вот так вот не взять и не вынести. Грёбаные двери. Привет. Так, патроны для дробовика как раз. Минная основа, гранаты осколочные, горшки всякие. Цветочные. Нормально. Так. Хорошая штука для рейда, я тебе отвечаю. Так, что у нас здесь? О, патроны для револьвера, эми-граната. Детали для сборки 40 штук. Вот этот норм. О, хорошо, вентилятор. Так, о. Автоматическая винтовка и боеприпасы к ней. А сверху что? Осколочные гранаты для гранатомета. Но, увы, у нас его нету. По-моему, самый элементарный способ взламывания, да? Так, и что это такое? В смысле, я мог сюда пройти? А, нет, не мог сюда пройти. Что у нас здесь? Охренеть. Снайперская винтовка и патроны. ББ, бронебойные. Патроны к снайперской винтовке. А на самом деле, вот это уже серьезная штука. Поэтому это что? К автоматической винтовке. ББ. Бронебойная. Это у нас какая, забыл? Винтовка. Боевая. Не, автоматическая винтовка выбросить. Вот, и как раз заберем отсюда вот эти вот. Отлично. Если там будет какой-то крутой... Оу-е, робот. Вот этот, который шагающий, например. Парализующий пистолет. Нихера себе, я забрался куда? Мы его со снопы, короче, вынесем с пару выстрелов, да? Так, что у нас здесь? Твой новый код. Спасибо. Так, пистолетик. Это у нас пулеметик. Это нам нахер не надо. Во. Взлом. Так, иди ты вон. Вот отсюда у меня, да, вот, есть. Введите пароль. Поехали. О. У. 812. Так, вот. О, опять. Давно я разговаривал с Мариком прошлой ночью. Говорит, тебе можно доверять, поэтому я хотел бы с тобой кое-что обсудить. Заходи ко мне завтра ночью, если заинтересован. Талос сдает. Я только что был в его кабинете, он снова пьет. Кто-то скажет, что алкоголь необходим ему, чтобы справиться с болью. Но что тогда заставляет его раз за разом пересматривать Peak News? А что вообще такое дискредитация, Марк? Так, чтобы изменить... Вот, новый пароль. Пози, 45. Пози, 45. Нормально. Хороший пароль. Так, что у нас здесь? Все пусто. Да? Только вино есть. А вот еще шкафчик сверху. О, патроны для револьвера. Отлично. Вот надо будет увидим где-то в продаже. Обязательно покупать, потому что они очень редкие. Но вы сами видите, насколько сильно дамажит револьвер. Так, ящики можно обутать. Так, норм. И куда-то мы, кстати говоря, вышли, мне интересно. А, ну это мы вышли в самое начало. Все нормально. Выбираемся через окно и забираемся тогда в лифт. И, возможно, мы, кстати говоря, подобрали пароль к этому в капюшоне чуваку, которого я отказался взламывать. Он вот здесь вот, наверное, который. Вот этот вот. Да? Ну да, пози. Так, ну давай, введем пароль. Так, P, O, Z, I, да, а, Y. 45. Поехали.
Особое задание. Мне понравился наш разговор прошлой ночью, но в одиночку я с этим не справлюсь. Мне нужны решительные, верные своему делу братья, как ты, поэтому у меня есть для тебя некое задание. Хочу пригласить тебя на прогулку. Заинтересован? У Виктора вчера были неполадки с ОС, поэтому я сказал ему полностью перезагрузиться. И у нас здесь опять какая-то херня, это пропаганда его. Новый пароль. Опять все пароли, пароли, мароли. Так, это мы взламывали, это Виктора этого херня. Да, ну конечно, смотри, какая красивая, да, фотка. Ну ладно, поехали. Гоу. Вот, 2000 опыта Чикаго, нам дали. Я приближаюсь к Рукеру. У тебя уже есть координаты? Передам, как только допью кофе. Не томи меня, Чикана. Ты, главное, разберись с нашим другом. И будь осторожнее. Он опасен. Посмотрим. Так, возьмем его, если что, вырубим. Хотя он вряд ли вырубится, да? Ой, оружие убралось. Почему? А почему? Достань оружие. Я не могу оружие, ребят, достать. Это какая-то подстава. Камера меня не палит. А вот теперь палит. Он меня ждал? Я безоружен. Надеюсь, вы поймете, если я не поверю вам на слово. И последнее желание приговоренного. Пожалуйста, не убивайте моих людей, когда пойдете обратно. Перед вами они виноваты лишь тем, что верны мне. Вы не очень-то удивлены? Ничуть. После теракта на станции они должны были кого-то прислать. Это был вопрос времени. Садитесь. Это не личная беседа, Рукер. Я арестую вас. Наше дело – бороться за права аугментированных. Доносить свое мнение, предлагать помощь. КПА – мирная организация. Ладно, тогда все пройдет нормально. Пойдете со мной, ответите на несколько вопросов. Что такое? Вернетесь сюда как раз к следующей проповеди. А где он-то? Если я сдамся, то назад уже не вернусь. Как только я окажусь у вас, вы сделаете все, чтобы я исчез. Охренеть. Я не повторю ошибки Солженицына. А вот мои вам люди и баги. И я будем сопротивляться. Я думал, вы пацифист. Это так. Но я больше, чем лидер. Я символ. Вот почему вы хотите убрать меня. Если мученичество – единственный способ остаться символом, то даже моя смерть гораздо лучше, чем исчезновение. Вы сказали, что больше не хотите жертв среди своих людей. Но если мне придется забрать вас силой, я заберу, и они попробуют меня остановить. Можно избежать насилия, если вы сдадитесь сами. Даю вам слово, я сделаю все, что смогу, чтобы с вами обошлись справедливо. Ну, типа, он перед нами должен быть, как а вы смеете здесь говорить баг. Мне о мире и справедливости? Вы напали на невинных людей, чтобы попасть сюда, и похищаете меня от имени хозяев, которые прячутся в тени, манипулируют, контролируют, убивают, не осмеливаясь открыто заявить о своих убеждениях перед миром. Так, говорить снисходительно, наехать... оправдывать. Вы ничем не отличаетесь от них. Вы полагаетесь на вооруженных людей. Ну так а что? Мне угрожала эта тёлка, сказала, пускай Интерпол приходит. Вы взорвали это метро. Вы ничем не отличаетесь от них, Рукер. Все вы полагаетесь на вооруженных людей, пока сами изливаете свое красноречие на камеру в безопасном месте. Если хотите доказать силу своих убеждений, надо противостоять врагам лицом к лицу. Что ж... Похоже, вы не тот бездумный головорез, за которого я вас принял. Приятно видеть такую страсть и идеализм в других. Особенно после того, что я недавно испытал. Я был терпеливым и понимающим. Я учил своих людей не насилию. Может, эскейп нажать, он прогрузится? Что за херня? Ждал, когда остальной мир последует моему примеру. Я верил в человечество. И человечество предало меня. Так, а, и что теперь минус на минус дает плюс? А, вот, думаете, если всех взорвать, то... Да, вот, и да, что да. теперь? Минус на минус дает плюс? Думаете, если всех взорвать, человечество станет лучше? Я не связан с этими атаками. Вы убеждены в моей виновности, потому что весь мир говорит, что я монстр.
Я прошу. Я умоляю вас отложить мой арест на время. Эти взрывы — сильнейший удар по правам аугов, и я подозреваю, что они связаны с борьбой за власть в КПА. Я уверен, что одно связано с другим. Не настолько же вы слепы, чтобы поверить, что ваше прибытие сюда именно сегодня — случайность! Так. А что тут наехать? Очистить свое имя? Так. Говорите. Не говорите, а действуйте. Так, я хотел бы, чтобы все вышло иначе, но решение уже принято. Я не идиот, я понимаю, что кто-то вас вовлек. Да, вот, давай так. Я не идиот, Рукер. Я понимаю, что кто-то вовлек вас в аферу. Но верите вы или нет, дело тут не в вас. Меня интересует общая картина. Вы знаете, что я невиновен, и все равно хотите меня арестовать. И кто же вы после этого? Позвольте мне выразить все это понятными вам словами. Если вы заберете меня отсюда, вы убьете меня, извратите наше дело и уничтожите коалицию за права аугментированных. Так. Вот он, типа, перед нами стоит. Вот гребаный баг. Так, позвольте мне вернуть ваш... Позвольте мне вернуть одолжение. Выйдите со мной и докажите, что вы пацифист. Так, с каких пор... Давай наедем. Позвольте мне вернуть одолжение. Выйдите со мной и докажите, что вы пацифист. Или сопротивляйтесь и покажите, что вы брехло. Это вы извращаете все дело. Вы сомневаетесь в моем миролюбии, хотя сами напали на невинных, чтобы попасть сюда. Я не буду позорить все дело, сдаваясь вам. Никогда. Но... И напоследок. Прежде чем вы вытащите меня отсюда... Какой у меня мотив совершать все те зверства, в которых меня обвиняют? С каждым инцидентом пропасть из ненависти, разделяющая аугов и неаугов, растет. Кому же выгодна смерть невиновных, якобы во имя прав аугов? Хороший вопрос. И очень опасный, если задавать его слишком громко. Ты лучше появись, ублюдок. Спасибо. Где-то здесь, прямо среди нас, ходит настоящий террорист. Я пытался тайно выяснить, кто несет ответственность. Ой. Ой. Охренеть. Его убили? Убийца? Где он? Вот опять, он не прогруженный какой-то ублюдок. Его нету. Но его убили. Во. Доктор Талос. Рукер. Говорить. Сука, это что за херня? Багованная залупа, блять. Ну ладно. Короче, он помер, его взломали. Так, шприц забираем. Дымовую гранату забираем. Бухло. Не забираем. Ну ладно. Так, что это такое? Нужна ключ-карта Талоса. Тут болтают. Где? А, мы можем выбить эту дверь, кстати говоря. Ну давай попробуем найти. Ну так она наверняка в трупе. А как я труп, если не могу облутать его? А, так это ты болтаешь. Может быть, что-то еще хуже. Слышь, труп свой отдай. Скотина. Так. Что это у нас? Батарейка. Господи, сколько здесь всего-то. Так, опять бухло. Еще много бухла. Чувак, да я тебе завидую. Мне бы столько. Так. Это что? Ящик. Это можно выбить. О! Добрый вечер. Охренеть, это куда я выбил-то? А куда мне надо идти? Вообще на выход? Не, я не пойду, подожди, я еще не все облутал. Обезболивающее. Так, эмиграната. Это у нас книжечка. Так. Это что? Не надо мне это. Че, давай сломаем двери?
Вот эти. У нас нету как раз карты доступа. Вот так-то лучше. Я нашумел сильно? Никто там не идет. Так, еще одна электронная книга. И чемоданчик с транквилизаторами и патроны к шоковому пистолету. Увы, такого не имею. Клеточная батарея, кредитка. Так, что это? Остальных ждай, жди. Что-то набор какой-то букв. Транквилизирующая винтовка. Во, кстати говоря, ее используем. Давай шестерку. Терминал. Так, пароль не имеется, поэтому взломаем его через семерку. По-быренькому, так сказать. Сколько у меня их штук-то осталось? 4, 5. 4, короче. Смотрю, долго взламывать, значит, что-то крутое там. Так, открыть. Открыть. Треугольный код. Нейропозин. И комплекс. Комплект, точнее. Праксис. Нормально. Так, забираем вот эту штучку и... Чё? И чё? Так, подожди, а что тут написано мне? Допросить Талоса Рукера. Все забагалось. К херам с собачьим, блядь. Что за говно? И что, если у меня полностью игра забагалась? Что мне дальше делать? Это чё, блядь? Это чё, блядь? Мне не пройти дальше. Что за говно, ребята? Что мне делать-то? Алло. Я ж не сохранялся на нормальную запись. Отдай это все. Единственный выход — это вот здесь выбраться. Они враги или друзья? Враги. Ну вот они, смотри, двери забагались. Где он? Их же тут двое было. Вот он. О! Ну и чё? О, прям в щёку, блядь. Братан, ты уж прости. Не хотел. Смотрю, у них тут помидоры всякие растут. Бля, ну я, если сейчас задача не сменится, все, это до свидания. Вот он. Чё тебе не нравится? Сука, прикольно. Так, подожди-ка. Тёлка куда-то собралась. Тихо-тихо-тихо. Оп! Укольчик в попу. Не проканал. Хватит стрелять, дура. Твою мать. И что это? Блядь. Отлично просто. Давай, вылазь, вылазь. А как мне вот это-то теперь сделать, разбагать? Алло. Ребята, я не знаю, что делать. Что-то я сыкую. Давай сохранимся. Так. А, опять сохранение недоступно. Нихера недоступно, блядь. Фу, меня не бомбит. На. Лови. На тебе, сука, гребаная. Ой, подожди. Я должен вылечиться. Так, две восьмерки. Ты заткнись ты. Где она? Их две. Да я понял, что у меня низкое здоровье. Не надо. Давай, пока его глючит. Вас не надо. Так, подожди-ка, восьмерка, давай. Вы только усложните положение, которое... Убью, болван. О! Ты-то тут откуда взялся, идиот? Я понимаю, что... Ну давай, вылези ты побольше, дура. Лишенные чё? Ой. Понял. Чего-то я его там лишил. Так, а где второй? Блин, я так их нормально всех вырубал. Повыскакивали, ублюдки. Так, ну это был с пистолетом-пулеметом, насколько я помню. Где он там? Оглушающая граната. С автоматической винтовкой. Прошу прощения. Так, ты без сознания? Да, без сознания. Блин, прикольно, смотри, помидорки. А чё, покушать нельзя? Пистолет можно только забрать. Слушай, вот это красота. Здорово сделали. Охренеть, аж помидоров захотелось, да? Так.
кредитки. Так, ребята. О-о-о-о, тихо. Это вот этот недобитый. Вообще в игре ничего ни разу не глючит. Вот он взорвался. Кто там в меня стреляет? Подожди-ка, что там? Четверку дай. Кто там шмалял? О, два выстрела и не убил. На ходулю. На ходулю. Ну вылазь. На тебе, ублюдок. Вот так-то лучше. Нет, транквилизатор это здорово, но почему-то укол в задницу не подействовал. Что? Враждебный. Кого враждебный? Алло. О, кстати говоря, забыл про свою винтовку. Посмотри, это вообще какой-то зеленхоз прям. Блин, автоматическая винтовка, как же она меня привлекает. Блин, она крутая штука, реально крутая штука. Но из-за того, что здесь такой все-таки маленький инвентарь, я хочу сказать, я в печали. Интересно, морковка там, арбузы что-нибудь разбиваются? Помидор могу сбить? Кусты так дергаются, смотри. Вместе с ящиком. Трясучка. Ха-ха-ха, нормально. Так, ладно, идем. Блин, а мы его могли спасти или нет? Здесь же наверняка все крайне нелинейно. Бабах. О, крутяк. Крутяк. Так, а где я там цыпу это убил? Вот эту? Цыпу. Не, это не цыпа, это мужик. Он цыпа лежит. Во, патроны к боевой винтовке забрали. У нас винтовочка была. Блин, только бы разбагалась. Я охерею, если не разбагается, если мы сейчас не дойдем до конечной цели своей. Это мне придется все заново переигрывать. Вообще все заново переигрывать. Вы чувствуете смысл этих слов? Угу. Так. Ну, на задачу мне нет смысла идти, я теперь сам по себе, получается. Потому что задача меня ведет только в одну точку. В эти забаганные двери. Ну и жесть. О, земля такая реальная, да? Смотри. Так, а что это мне все дает, я не понимаю. Надеюсь, там никого нет. Надеюсь, а? Ты где, друг? Где ты это сказал? Не понимаю я. Так, давай, значит, подожди, а что у меня за задача вообще? Допросить Талоса Рукера. А, отлично, блядь. У меня не засчиталось то, что я с ним поговорил? Ну, это просто идеально. Выходи, выходи. Давай вниз упадем. Вообще что вниз. Такое? Что? Ой. Привет. Что такое, говорит? Сука, это ты болтал? Курма. Где? Где он? А, вон он, где меня спалил. Прыгунок. Давай сюда. Я даже осматривать что-то ничего не хочу. Я хочу дойти до какой-то точки, чтобы понять, сработает у нас окончание миссии это или нет. Вот смотри, какая-то мега-кнопка есть. Долго поднимается. Но, пожалуйста, быстрее. Скажи мне, что это конец миссии. Что ничего не забагалось. Я тебя очень прошу. Я иду, так понял, на вертолетную площадку, да? Какую-то. О, все нормально, все нормально. Слава богу, все. Вот это я очканул. А вот и Виктор, да? Пока, Виктор.
Прям гора с плеч, ребят. Я думал, я забагался реально. А это самое ужасное. Надо почаще сейвы делать через Escape. Чтобы был точка отката, скажем так, хотя бы. Ну вот нас босс и ждет. Блин, а мы должны были его арестовать, а его замкнуло к херам. Но это не наша вина. Кто-то за ним как бы следил, и возможно это как раз, кстати говоря, Виктор сделал с ним. Он его сверг и стал сейчас главой. Наверное так. Че так долго грузишь, алё, блядь? Побыстрее как-нибудь можно? А то я чувствую, как будто у меня Pentium 4 какой-то. Давай, напрягайся, бро. Вот уж спасибо, много нам пользы от мертвого Рукера. А я-то здесь при чём? Тебе было приказано взять его живым. Я-то здесь при чём, идиот? Я и собирался. Тогда как так вышло? Так, противостоять. Это вы мне скажите, у меня такое чувство, что меня подставили, блядь. Это вы мне скажите. У меня такое чувство, что меня подставили. Это как именно? Удобно очень. Рукер умирает сразу, как я прихожу. Кто распорядился отправить меня туда? Тебя выбрал я. Но затем, чтобы гарантировать успех дела, я отправил тебя туда, потому что ты аугментирован? Да. Но еще и потому, что считаю тебя лучшим агентом. Если честно, меня оскорбляет, что ты в это не веришь. Это тебе Рукер в голову вбил. Что он там наплел? Он сказал, что КПА обвинили ложно. Что с каждым терактом ширится пропасть страха и ненависти, которая разделяет аугов и чистых. Конечно, он хотел оправдаться. Еще он сказал, что не может быть так, чтобы убийство невиновных помогло правам аугов. Рукер знал, кто стоит за терактами. Я думаю, он хотел мне рассказать, но был убит, прежде чем успел это сделать. Вы пробили Виктора Марченко по Айлинку. По нулям. Нет, ни черта. А что? Потому что тот, кто убил Рукера, должен был обладать легким доступом к нему. Это кто-то из ближнего круга. Слушай, Дженсен, если честно, мне насрать, кто убил Рукера. Меня злит то, что он мертв, а с ним ушла и наша главная зацепка. Господи, ну и ну. Ты же в курсе, что теперь все узнают о смерти Рукера. И когда это случится, в городе Големов начнется война. В этом меня заверил начальник полиции. Это недопустимо. Чекана, надеюсь, топлива у нас хватит. Мне нужно лететь. Что до тебя, агент? Мне надо раскрыть дело, и я знаю, с чего начать. У Смайли было достаточно времени, чтобы проанализировать носитель. Который ты забрал с ружечки? Я зайду к нему, посмотрю, что там есть, а потом отправлюсь туда, куда поведут улики. Я намерен сделать так, чтобы виновные понесли наказание. Мне все равно, есть ли у них аугментация. Работай, пока дело совсем не заглохло. И держи меня в курсе. Пошли, Чикана. Так, ну что, с боссом мы разобрались. Вчера все он быстро улетел. Удачного полета. И мы вернулись в наш город, кстати говоря. Где мы можем завершить то, что я хотел завершить. Только я не помню, что я хотел здесь завершить. Алекс, Талос Рукер мертв. Что? Я думаю, отравлен. Твою ж мать. Рукер был голосом аугментированных. Люди его за это любили. Когда об этом узнают, Прага на уши встанет. И весь мир смотрит. Слушай. Миллер ушел на встречу с полицией. Возможно, это наш шанс определить его личность. Он живет рядом с ОГ-29. Хочешь, чтобы мы обыскали его квартиру? Не мы, я. А ты продолжай узнавать про взлом Версалаев. И узнай еще, что коллектив может нарыть на Виктора Марченко. Если я прав, и Рукер был отравлен, все это может быть связано. Конец связи. О-о-о, я это зря сделал. Да я пошутил, я хотел их разнять. Идите вон, я вас не звал. Вы кто такие? Я показал ему суперприем. Так, значит, что мы должны сделать с вами? Мы должны встретиться с Смайли в его кабинете. И как раз то, что мы нашли в этом метро, должно нам помочь. Вот это вот какая-то непонятная запчасть, которая была расхерачена просто в хлам. Так, ну все там, пацанва, успокоились? Я могу выходить? Я просто хотел их разнять. В чем проблема? Враждебный, угроза потеряна. Ну ладно, ничего, подождем. Так, ну, у меня тут с законом возникли небольшие проблемы, но я вроде как их решил. Итак, продолжаем наш путь. Значит, мы пошли в наш штаб. Он потерял сознание, я его не убивал.
Так, ну тут пострадал маленько щит с рекламой. Ну, как бы это все херня. Продолжаем, так сказать, свой путь. Адам, ты здесь? Ты не поверишь, но Вадим Орлов сейчас в Праге. Шутите? Если бы. Полгода назад он получил визу эксперта по аугментациям. И с тех пор периодически бывает в стране. Сегодня утром пограничники отметили въезд. Я прибыл в Прагу 6 месяцев назад. Где он остановился? В комплексе Лилиома, на улице Хлавни, 2-й этаж. Я проверю. А та баба, кстати говоря, постоянно там сидит и курит. Она похожа на меня, круглосуточно курит. Ничего в ее жизни не меняется. Курит и курит, курит и курит. Так, ну на этот раз к психиатру, надеюсь, меня не пошлют. В городе Големов сейчас опасно. Полиция попросила подкрепление, чтобы... Так, вот сюда нам надо. Пойдем узнаем, что ему стало известно. Ого, вы только посмотрите. О, в натуре. Это какой-то механизм. Как дела? Нормально, как у тебя? А, привет, Адам. Как дела? Миллер меня послал. Мою работу проверить? Серьезно? Я же сказал, будет готово, когда будет готово. Адам, тут торопить нельзя. Идеал требует времени. Верно. И? И я был прав. Ну, не молодец ли я? Ну, так что это? Ну, что нашел? Изолированные фрагменты того, что похоже на часовой механизм для бомбы. И смотри... Вот это станок. Станок? Часовым механизмом были наручные часы? Так вот, мистер Скептик, использовать механический часовой механизм не так глупо, как кажется. Охранные сканеры могут засечь любую подозрительную электронную цепь. Так что лоу-тек решение – отличный выход. Часы станока делаются здесь и под заказ. Пожалуй, зайду в магазин. Он, наверное, закрыт. Попробую найти второй вариант. Есть! Номад Станок. Основатель и владелец магазина. Живет в районе Давный Обвод, рядом со станцией Пилигрима. Это по-чешски Путник на Дразе. Здание номер 96, 2-й этаж. Спасибо, я проверю. Отлично, сообщи потом результаты. Так, погнали. Значит, мы теперь знаем, где живет этот изготовитель часов. Окей. Только что, блин, гонять нас туда-сюда. Он не мог где-нибудь наверху нам это сообщить. Но зато мы увидели лично эту деталь. И нам надо срочно попасть в магазин, чтобы продать то, что у нас есть. А то инвентарь забит, я уже собирать ничего не могу. Это как-то все херово. И я даже не знаю, надо нам, наверное, блин, надо глушитель где-то найти еще один. Я хочу заменить элитный пистолет на обычный пистолет. Это что, как понять? Круто. Только заговорил про пистолет. Что, блядь? Что случилось? Опять теракт. Куда бежать? Коп. Я тоже полицейский. Где что взорвалось? Что это? Найти Номада. Пошли. Где-то там вроде взорвалось. Так а где долбануло-то, алло? У него магазин взорвался или что? Не понимаю я. Убитый. А, это я убивал. Вот лежит кто-то. Часики часовщика тикают. Так подожди, а что взорвалось? Во, вот сюда можно пройти. Где-то здесь взорвалось. Просто будь начеку. О! О, да, я мечтал всегда об этом. О, фу, блядь. О! Привет, пупсик. Чё говоришь? Оу, е. Тут что-то взорвалось. Красавчик. Здесь, в Красной Королеве, мы обслуживаем всех. О, да, я уже бухнул. Чё, можно посидеть? А, подожди, я могу пройти? О, да. Ты когда заканчиваешь?
Поговоришь? Здорово. Коки. А чё ты в лифчике? В лифоне-то зачем? Алло, блядь, сиськи показывай свои. Так что ты на то? О, да. Цейш. Якин. Привет. А они у тебя просто титановые, дружище, должна признать. Да? Мне казалось, квартал красных фонарей более терпимо относится к Аугам. Нет, все нормально. Твои деньги ничуть не хуже других, только... У нас в последнее время редко бывают аугментированные. Боишься, я оставлю других клиентов без развлечений? В Красной Королеве-то. Скорее получишь несколько предложений, красавчик. Ну что, будешь? Буду. Выпить, слухи. Какие выпить? А третий вариант где? Выпить? Что там у тебя? Только самое лучшее. Ржаное, так, виски. Абсент Тайсона. Давай его. Ты там что, глазами наливаешь? Прошу. Спасибо. Назад. Слухи. Квартал, недавние события. Недавние события. Недавние события не могли не сказаться на бизнесе. Ты шутишь? Мы тут торгуем выпивкой и сексом. В тяжелые времена спрос растет, а не падает. Люди ищут, как отвлечься. Воплощают всякие фантазии, веселятся. И такие мелочи, как возможность еще одного теракта, никогда не заставит их сидеть по домам? Который только что был. Ну, насчет этого больше переживать не нужно. Если ты еще не знаешь, того гада, что устроил взрыв на Ружечке, все-таки нашли. Как? Это ты о чем сейчас? Рукер, главарь КПА. А, кажется, копы сумели выкурить его из норы. В новостях говорят, что он мертв, а КПА разваливается на части. Нет больше террористов. Вот так. Теперь нам всем больше нечего бояться, да? Угу. Да, конечно. Назад. Уйти. Мне пока хватит. Мужчина должен знать пределы своих возможностей. В кино слышала. А-а-а. Ты в курсе, что его разносят с одной банки пива? Так. Музыки здесь нету, потому что она отключена, да? И что это, туалеты? Туалеты опять. Давай с тобой потанцую. Давай, тут вокруг шеста, бла-бла-бла. Чё, мужик, о, давай кредитку мне. Спасибо, я заслужил. Чё ты на меня так смотришь? Тебе что-то не нравится? О, смотри, а я в нее потереться могу. О, да, привет. Ай-яй-яй, опасное место. Так, а это что? А это главный выход. Приватную комнату? А где приватная комната? В смысле, здесь мужик? Вон пошел. Ага, иди-ка вон, милый. Что это? Расходники. А здесь типа я с собой могу торговать, да? Привет. Я бывшего полицейского за километр вижу. Свою манеру ходить они никогда не забывают. Я не бывший, я на службе. А где здесь второй этаж? Я там видел, еще на втором этаже было. А, во, второй этаж. Так. Интересно. Так. Она здесь сняла место? Частую комнату? Я такого раньше не слышала. Ты такой умный. Эй, бля. Привет. Я бывшего полицейского за километр вижу. Свою нормально. Манеру ходить они никогда не забывают. Ну да. Ага, пожалуйста, привет. Без рук. Как это без рук? А я не трогаю. Ладно, а еще есть кто? А почему вип-комнату нельзя пользоваться? Охренеть. Маленький. Но если снимешь комнату, то мы можем рассмотреть друг друга как следует. Да? А как ее снять? Я и пытаюсь. Ты важный, милый. Хочешь забаву? Привет. Я начала заниматься танцами. Так. Шеста, чтобы быть в форме. А ты что делаешь? Не доверяй шлюхам в других районах Праги, милый. Держись профессионалок района красных фонарей. Окей, заметано. А что, у вас дверь здесь не открывается, чтобы вы не выпали? А как это, комнату-то снять? Алло. Все говорят, комнату сними. А никак ее не снять? Вот это что? Есть новости про Доминика. Он о, уже пришел здорово. В чувство. Нет, госпожа Кадликова. Подожди-ка. Хватит мне выходок госпожа. Этого вампира Радича. Оп. Ничего. Я потом... Охренеть, я к ставке убираю. Мальчики ой. Бывают ужасно глупыми. И почему-то... Здорово, мужики. Как вам, курица? Что такое? Сука, что за идиотизм? Госпожа Котлякова.
Я хочу еще выбухать все, что у вас тут есть. Мне кажется, мальчики просто... О! Я Маса Кадлякова. Здорово. Хозяйка Красной Королевы. О! Я люблю знать обо всем, что важно, но ты... Что? Тебя я не знаю. Я пришел за услугами. Может, я не так важен. Вот именно. Ой, брось. Ты давно в зеркало смотрел? Кроме того, у меня здоровое любопытство. Матерям это свойственно. Чё? Маме бы не понравилось, что я пришел в такое место. Правда? Почему же? Отдых никому не повредит. Так, и что, критиковать? Игнорировать? Как скажете. Как скажете. Да, именно так и скажу. Здесь мои слова закон. Ага. Успокойся и получай удовольствие. Так как мне это сделать? Это очень приятное место, кстати. Я понял. Приятное. Красная Королева – семейное дело. Мой старший брат работает в баре. Остальные охраняют верхний этаж. Приходи на выходных. Увидишь одну из моих племянниц, Агнешку. Она выступает по ночам. Здесь самое главное – семья. Двали. Это заведение тут ведь всем управляют Двали. Вы можете мне рассказать о квартале? Это заведение. Тут ведь всем управляют Двали. Двали управляют половиной Праги. У моей семьи отличное чутье на хороший бизнес. Да и Прага, что греха таить, отчаянно нуждалась в управлении. Чем конкретно вы командуете? Я руковожу этим клубом и еще решаю всякие проблемы, с которыми патриархи не справятся. А еще смотрю, чтобы всякие незнакомцы не задавали много вопросов о том, что их не касается. Ну ладно, ладно, я понял. Если это угроза, то я польщен. Осторожнее, железный дровосек. Ты ведь тут чужой. Слышь, не переходи грань. Мне часто говорят. А то пулю в лоб получишь. Я узнал все, что хотел. До свидания. Уже уходишь? Да. Неужели ты смутился? Да, очень смутился, чтобы не пустить тебе пулю в башку. Играй все дальше в карты. А ты подвинься. Хер. О, дама, вы меня ждете? Могу поспорить, ты с ужасом ждешь голосования. Если оно пройдет, вам конец. Чё, блядь? Иди вон. Чё там маленькое? У кого-то там маленькое. О, рум приват. Кредитный чип. Где моя цыпа? Я готов. А чё две кровати? Наручники, понятно. А две кровати-то нахера? Алё, блядь, я не хочу соседей. Я хочу уединения. С дамой. А, тут еще один этаж, смотри-ка, есть. А, привет, цыпа. Сюда, сюда. Ну? Так, если тебе что-то нестандартное нужно, ищи на улице. Почему? Это заведение с уровнем. Извращенцев тут не одобряют. Я классику люблю. Давай, раздвигай окорока. Ну? Это заведение с уровнем. Извращенцев тут не одобряют. Я не извращенец. Правильно? Чё? Какие писки? Рад обслужить вас. Что желаете? Ничего не хочу. Пока что хватит. Если передумаете, я здесь. Я понял. Это, я так понял, племянника или брата ее, кто там? Вот, я же сказал, окорока раздвигай. В смысле, ты прилегла? Это заведение с уровнем. Ой, дура. Извращенцев тут не одобряют. А что это здесь такое? Это тени ну такие? Что? Я был прав насчет этого места. Но? Абсолютно. Архитектура в старом городе отличная, но этот район совершенно невероятный, хоть и совсем другой. Да, жаль, вид неплохой. Здесь нет вертолетных экскурсий. Я бы посмотрела сверху, как в городе встречаются. Вертолет заказывала. Он там. Когда я был в Непале, то один раз ночевал на крыше. Просто невероятно. Вчера они тут разлетались. Ты опять здесь? Пошла вон, пока я тебя не вырубил. Так, а я могу что-то сделать? Вот здесь на крышу залезть. В зоопарк бы тебя. В зоопарк, блядь? Ты сейчас получишь тоже пулю. У меня все решает пуля. И смотри, куда-то я пришел. Охренеть, куда я иду? Следопыт 300. Опыта. И что мне этот следопыт дает? Дает снопу. Патроны. Охренеть, а что за запретная зона? А почему весь город запретная зона? Смотри, туда можно попасть. Охренеть. 5 стандартных патронов. Ребята, мы нашли с вами секрет. Вот это кайф. Так, подожди, я хочу попасть. Давай сохранимся, вот. Сюда.
Так, вроде приземлился нормально. Проходим вот тут. Так. Канат засчитывается? Нет. Так, понял. Хочу туда долететь. Пожалуйста. Давай, есть. Вот это я профессионал. И чё? Бросаем ящик с пивом. И что это за дом-то? Запретная зона. Это все запретная зона какого-то хера. Батеньки стоят. О, слушай, вот это классно. Блин, диван. Полочки. Освещение такое приятное. Надо дома все так же замутить. Так, что тут, следующая страница. Нам надо диван только купить, чтобы у нас так же все было. У нас полка-то такая есть, только она вот такая вот, короче, высокая. Вот где-то вот до такого вот уровня. Так, ну ладно. Что это такое? Компьютер, чей компьютер? Глеб, счастливчик, короче. Отключиться. Открыть. О, камера. Так подожди, куда я пришел? Здесь какие-то мафиози или что? Ты враг? Подожди, забыл, как там? Они враги. Я все понял. Я все понял. Так, достаньте-ка мне, пожалуйста, циферку 7. Не, давай попробуем. Не, если я его неправильно взломаю, то будет тревога, наверное, работать. Подожди, хотя это ноутбук, какая тревога, о чем я? Взлом. Что ты мне скажешь? 45%, давай разведчика мне. Какой-то лютый чувак, походу, да? Ну, давай попробуем. 45 везде, смотри. Везде 45, везде рискуем. Поехали. Третий уровень безопасности. Так, пока путем. О, изи. Получилось. Повезло. Спасибо. Так, вчера я убил одну из девчонок. Перепил и забрал одну домой с кастинга. Так, она не затыкалась, так что я ее заткнул. Я не хотел ее убивать, просто хотел, чтобы она наконец-то перестала ржать. Там все чисто, я утром разобрался, как будто ее и не было. Вроде никто не видел, что мы ушли вместе, но ее могут начать разыскивать, даже не знаю. Не хочется, чтобы об этом услышал Радич. Что мне делать? Убийца! Охренеть! Он девку замочил. Только за то, что она смеялась. Ну, охренеть не встать. Так, ну что, ребят, я думаю, захватим вот этот весь комплекс, спальный район, так сказать. Только это отель какой-то в натуре. Весь отель, короче, захватим в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.